Ну, в связи с тем, то, что вы не видите яркого света, да, можно понять то, что я выпил немножко пива, заел все это дело креветками, или съел креветок, заел, запил все это дело пивом. Да не суть абсолютно, короче, вообще. Продолжаю ночью снимать. Маленький дьявол. Это единственное, что я здесь смог прочесть. Ну, еще я смог прочесть 10 штук. Нельзя повторно использовать. Don't litter. Не мусорите, что ли? Еще хрен его знает. Пойду аккумулятор в камере поменяю. Ваши предположения. Что здесь может быть из того, что каким-либо образом со Спанч Бобом, да, губка Боб, квадратные штаны сочетается, что здесь в итоге 10 штук, что это нельзя дважды использовать, и don't litter, чем нельзя мусорить. При всем при этом это в банке. Что здесь может быть? Ваши ставки. Вот если вы не знаете, как вы думаете, вот что здесь может оказаться? Даю вам некоторое время на подумать. Пишите комментарии. Мне аж прям интересно, какие ваши мысли. Да нет, вы ни за что абсолютно не угадаете, что здесь находится, если только вы до этого где-то не увидели. Да? То есть мы берем, открываем. Не спеша. И что мы видим? Ребятушки, это 10 презервативов, которые не надо использовать дважды, и которые прячутся вот в такой вот банке, на которой нарисован Спанч Боб. Блин. То есть вот прям вот... Я не знаю, конечно, их не качество. То есть вот что у нас тут написано? 16 число, 4 месяц 2016 года. Плюс-минус 2 миллиметра длине. И до 2021 года у них срок годности. То есть, если сейчас вам 17-й год наступил, 5 лет. В общем, в течение 5 лет вы можете их хранить в этой банке и абсолютно не париться. Давайте все-таки посмотрим. Хотя я не знаю, зачем я это открываю. Вот абсолютно ничего такого вот прям вот экстра нового внутри нету. Это стандартный презерватив в стандартной банке со Спанч Бобом. Ой, слушайте, ну вот я бы на самом деле, я бы, может быть, забубинил бы капитошку, да, но просто я живу достаточно высоко, там пара десятков этажей. Ой, я боюсь, что капитошка может кого-нибудь убить. Вот, но при всем при этом, да, там, вот, можно ли их использовать по прямому назначению, не знаю, ребят, да, то есть вот зимой при минусовой температуре они в этой банке ехали лесом, полем, полем, лесом, хрен его знает, через все страны прокатились. Я бы не стал использовать, ну, вот прям вот, вот честно скажу, я бы не стал использовать, но при всем при этом... Как подарок, это, наверное, обалденно, да, то есть приколоться там, типа, на тебе банку, тушенки, ёпты, ха-ха, держи. А там 10 презервативов. Ну, в принципе, недорого, в принципе, весело, ну, блин. Если вы на одной со мной волне, да, ну, закажите, ссылка в описании к видео есть, и подарите кому-нибудь такую банку. Может быть, вам дадут. Ой, блядь, или наоборот возьмут. Не знаю. Ну, то есть, вот как бы вот эта морда, она... примерно описывает мое это самое настроение на данный момент. Ну, можно это, конечно, еще и сдобрить этими презервативами в виде леденца. Ну да и ладно, давайте едем дальше.